Всем привет! Сегодня у нас обзор инструмента Ombra OMT94S12. Пришел он мне сегодня вот в таком вот мешке. Так, давайте сейчас вам покажу. Так, на обратном стороне написано адрес, там вес 6300, если не ошибаюсь. Вот у нас здесь, вот смотрите, вот опечатано. Все не абы как. Давайте сейчас открою, покажу, что тут находится. Так, снял я мешок. Вот эту штуку снял, опечатано. Как видите, из магазина AutoGSM заказывал. Сейчас распакую. Сейчас распакую и продолжим. Так, открыл я вот упаковку. Что у нас здесь? Подарок от AutoGSM. Пахучка вот такая. Следи за дорогой. Пакетик фирменный. Так. Пакет AutoGSM. И с вот этой стороны вот так вот. Ну и собственно, так, до самого набора, значит. Так, товар, товарная накладная. Так, ну это, так понимаю, состав. Ага, вот то, что я заказчик. Это GSM. Так, ага, это вот такие. В машину оставить где-нибудь, ставите вы в не очень положенном месте, оставляете свой номер телефона, и чтобы вам не били машину, колеса не прокалывали, а просто позвонили, и вы бы ее перегнали. Так, кстати, вот насчет пахучки и фирменного пакета, это было написано, что получу я это в подарок, а тут такие штуки что-то не было. Так, ну давайте уже к самому набору приступим. Так, вот такой вот у нас кейс. Состав. Тоже что у нас включается в состав. Здесь все у нас есть. Так. Вот. Сейчас плохо видно будет, но вот состав тоже написан. Тут и на русском, и на английском что-то, я так понимаю, размерность или что это, но это не важно. Так, открываем. Омбра. Да, все правильно положил. Бумажку сейчас убираю. Так, открылось. Вот такие металлические вот такие открывашки. На многих наборах они пластмассовые. Так, ну вот давайте откроем сейчас, посмотрим, что у нас здесь. Так, вот я открыл. У нас тут выпало кое-что, вот такие вот биты. Сейчас на место положу, продолжу съемку. Хотя ладно, пока отложу. Так, омбра. Вот такая ерунда, чтобы не мялось ничего у нас, не билось по дороге. Так, ну и вот такой вот набор.
Umbro OMT-94S. Что значит 94? Это значит 94 инструмента входит. S, 12S, значит головки шестигранные. А у Umbro OMT-94 просто без 12S там 12-гранные. Вот на сайте AutoGSM так написано. Так, пока смотрим, что сейчас хочу сказать. Набор мне обошелся в 4390 рублей. Там акция была и плюс доставка 93 рубля из Ростова до нас. Ну, тут 400 километров. Так, ну вот, пробегусь немножко по ним. Полный состав, полную комплектацию можно на сайте посмотреть. А я сейчас так посмотрю. В общем, что у нас здесь? Вот довольно-таки неплохо. Все вроде как держится относительно неплохо. Только затолкать поудобнее нужно. Так, это вот под вот такой вороток. Ну, так, под отверточный этот вороток. На ощупь приятно. Не знаю, сколько все это дело проходит. Так, головки. Вот самая большая на 32. Так, три щеточки у нас здесь. Вот кнопка для сброса головки. Очень, кстати, удобная вещь. Так, свечные ключи. О, на 21 под классику подойдет ко мне. Кстати, по поводу вот свечных ключей. Кто говорит, что там у инструментов плохое качество, вот я вас прошу, не нужно свечными ключами откручивать болты на колесах. Для этого есть баллонный ключ. Не нужно вот этими вот ключами. Они вам для свечей пригодятся. Так, карданчики вот у нас. Вот такие вот головки. Возможно, много из этого мне для Жигулей не пригодится, но в будущем пригодится для другой машины. Так, глубокая головка на 13. Думаю, на Жигулях ее частенько многим не хватает. Так, ну вот такой наборчик. Давно себе уже хотел его, но вот получилось приобрести только сейчас. Это будет мне два в одном и новогодний подарок, и на день рождения. Вот, значит, вот так. Что еще скажу? Почему AutoGSM и почему именно Omro? Ну, начну с того, что я вообще многие варианты рассматривал инструментах. Многие магазины, многие фирмы, там Автодело, Форс. Ну, Джонс Вэй дороговато, конечно, но... Так, ну и вот, почему я именно AutoGSM выбрал? Потому что многие магазины не предполагают доставку Почты России. Они транспортными компаниями. А поскольку я живу не в крупном городе, а в сельской местности, то довольно-таки далеко еще от Ростова, от областного города, то доставка мне бы вышла в еще один набор, сами понимаете, мне это невыгодно. А так я с ростовского отделения AutoGSM заказал. Мне вот за 93 рубля это все дело пришло. Ну и цена достаточно таки. Ну, я по сайтам посмотрел, они сейчас везде. 4390, ну плюс-минус там. Даже есть уже и дороже. Ну, суть не в этом. В общем, поэтому в GSM заказал. То есть я не рекламирую ничего, просто объясняю. Вот в том году хотел Мастак себе заказать. Еще по докризисным ценам, со скидками, там такая вкусная цена была. Набор такой же конфигурации. Ну вот, в прошлом году что-то у меня руки не дошли по докризисным ценам заказать. Ну вот сейчас заказываю по кризисным.
Амастаг сейчас уже вот такой же набор стоит. Ну, за 5 выходит точно. 5,5 где-то. По доставке Почты России, что хочу сказать. 15 декабря я заказал все это дело. 18 мне выслали из Ростова. Сегодня 23, я вот забрал. Сейчас снимаю вам все это видео. Так, ну и что хочу сказать. Буду пользоваться. Какие-то позитивные и негативные моменты. Возможно, еще одно видео сниму. Какие-то вопросы есть, задавайте. На этом всем спасибо. Всем пока.